первая книга Зои Шелест «Вяжем для малыша». Вязание – это несложно и интересно, а вязать наряд для своего малыша – сплошное удовольствие. Понятная схема, нитки ярких росочных расцветок, несколько вечеров, и ваш малыш в обновке просто ненаглядным. А главное, что в одежде, связанной мамой, ему так же тепло и уютно, как у нее на руках. Следующая книга автора Романовская Ангелина «Славянская вышивка крестом». В книге представлены работы мастера народного творчества по вышивке крестом. На каждом изделии дана фотография, схема, описание работы. Также имеется и необходимый материал для самостоятельного изучения техники вышивания крестом. Для любителей вышивания крестом, а также для тех, кто хочет научиться этому виду рукоделия. И третья наша книга – это Людмила Чернышова «Лоскутное шитье. 100 лучших образцов». Лоскутное шитье – одно из самых распространенных видов рукоделия. И это так, видимо, потому что данное искусство не требует особых материальных затрат. Ведь для изучения из лоскутного шитья можно использовать старые, ненужные, тряпочные и трикотажные вещи. От вас требуется только усидчивость, трудолюбие и самое главное – желание. Ждем вас по адресу Почтовый переулок, дом 2.